дорогие ребята! Сегодня мы проведем с вами урок «Химические свойства кислот. Реакции обмена». Проведу его с вами я, учитель химии высшей дидактической степени, доктор химических наук Терлецкая Алла Ивановна. В результате изучения данной темы вы будете способны определять понятия генетическая связь, индикатор, кислоты, реакция обмена, моделировать химические свойства кислот, применяя генетический ряд с помощью химических уравнений, идентифицировать растворы кислот с помощью индикаторов. Нет без явно усиленного трудолюбия ни талантов, ни гениев. Дмитрий Иванович Менделеев. Вспомним с вами, как классифицируются неорганические вещества. Они делятся на простые и сложные. Простые вещества делятся на металлы, неметаллы. Сложные делятся на оксиды, основания, кислоты, соли. Сегодня мы с вами будем говорить о кислотах. Общая формула кислот – HM – кислотный остаток. Это сложные вещества, состоящие из атома водорода и кислотного остатка. Вспомним классификацию кислот. По своему составу они классифицируются на бескислородные и кислород содержащие. По основности число атомов водорода классифицируется на одноосновные, двухосновные, трехосновные. По своей силе отдача иона водорода классифицируется на сильные, средние силы и слабые. Давайте с вами вспомним, как реагируют индикаторы на растворы кислот, как мы можем их идентифицировать. Лакмус в растворе кислоты приобретает красный цвет, метилоранж приобретает розовый цвет, фенолфталеин приобретает, остается бесцветным. Рассмотрим с вами химические свойства кислот на основе схемы генетических рядов. Металл – основный оксид основания – соль. Неметалл – кислотный оксид, кислота – соль. Кислота будет взаимодействовать со всеми веществами противоположного ряда. С основанием, с основным оксидом, с металлом и с солью. Химические свойства кислот. Кислота плюс металл – основный оксид, плюс основание, плюс соль. Во всех этих реакциях образуется одно вещество – соль. При этом может образоваться водород, вода или кислота. Рассмотрим с вами взаимодействие кислот с основаниями. Кислота плюс основание равняется соль плюс вода. Перед вами реакция обмена. Это такая химическая реакция, при которой два сложных вещества обмениваются своими составными частями. Реакция обмена между кислотой и основанием носит специальное название – реакция нейтрализации. Условия протекания реакции обмена. Для того, чтобы реакция протекала до конца, необходимо растворение или выпадение осадка в результате реакции, поглощение или выделение газа в результате реакции, образование воды в результате реакции. Рассмотрим с вами взаимодействие кислоты с растворимым основанием. Растворимое основание называется щелочь. Примеры щелочей – литий-OH, калий-OH, натрий-OH, кальций-OH дважды, барий-OH дважды. Рассмотрим видеоопыт взаимодействия кислот с основаниями. Кислота и щелочь в растворе обмениваются ионами и взаимно нейтрализуют друг друга. В стакане раствор щелочи, гидроксида натрия. Индикатор фенолфталеин поможет следить за ходом реакции. Малиновый цвет индикатора указывает на щелочную среду. Приливаем разбавленную соляную кислоту. Фенолфталеин обесцветился, среда стала нейтральной. Кислота содержит ионы водорода, а щелочь – ионы гидроксила, которые объединяются в нейтральную молекулу воды. Образование воды – главное событие, которое происходит при соединении кислоты и щелочи. В стакане теперь водный раствор поваренной соли. Реакция нейтрализации завершилась.
Составим уравнение реакции взаимодействия гидроксида натрия, растворимое основание, с соляной кислотой. Натрий OH плюс H-хлор, мы получаем натрий хлор плюс H2O. Перед нами реакция нейтрализации. Следующий эксперимент – кислота плюс нерастворимое основание. Рассмотрим видеоролик взаимодействия нерастворимого основания с кислотой. Голубому осадку гидроксида меди 2 приливаем разбавленную серную кислоту. Перемешиваем смесь стеклянной палочкой. Осадок медленно растворяется с образованием сульфата меди 2 и воды. Происходит реакция обмена между гидроксидом меди 2 и серной кислотой. Составим уравнение реакции серной кислоты с гидроксидом меди 2, нерастворимым основанием. H2SO4 плюс купруму H2, которое нерастворимо, мы получаем растворимую соль купрум SO4 плюс вода. Рассмотрим с вами взаимодействие кислот с основными оксидами. Посмотрим видеоролик взаимодействия оксидов металлов, то есть основных оксидов, с кислотами. Как будут взаимодействовать оксиды кальция и железа с кислотами? Основные оксиды взаимодействуют с кислотами с образованием солей. Положим в одну пробирку оксид кальция, в другую – оксид железа. Добавим разбавленную соляную кислоту. Оксид кальция реагирует с соляной кислотой уже при комнатной температуре. Пробирку с оксидом железа приходится нагревать, чтобы реакция началась. Оксид и кислота образуют соль и воду. Взаимодействие с кислотами с образованием солей – характерное свойство оксидов металлов. В пробирках – растворы хлорида кальция и хлорида железа. Составим уравнение реакции оксидов кальция и железа 3 с соляной кислотой. Кальций-О плюс 2 молекулы H-хлор, мы получаем кальций-хлор-2 плюс вода. Перед нами реакция обмена. Аналогично, феррум-2О3 плюс 6 молекул H-хлор, мы получаем 2 молекулы феррум-хлор-3 плюс 3 молекулы воды. Тоже реакция обмена. Рассмотрим с вами взаимодействие кислот с металлами. Кислота плюс металл, мы получаем соль плюс водород. При этом необходимо обратить внимание на ряд активности металлов. Мы видим, что слева направо активность металлов уменьшается, и в реакцию с растворами кислот, кроме азотной, вступают металлы, стоящие до водорода. Рассмотрим с вами видеоэксперимент. Активные металлы вытесняют водород из кислот. Возьмем для испытаний цинк и медь. Добавим соляную кислоту в пробирку с цинком. Начинается реакция с выделением водорода. Цинк восстанавливает водород из кислот, потому что цинк – активный металл. В ряду напряжений расположен левее водорода. Медь не реагирует с кислотой. В ряду напряжений медь правее водорода. Составим уравнение реакции взаимодействия цинка и меди с соляной кислотой. Как мы видим с вами, вторая реакция, купрум плюс H-хлор, не идет. Первая реакция, цинк плюс соляная кислота, мы получаем цинкум хлор 2, при этом выделяется водород. Реакция называется реакцией замещения. Рассмотрим с вами взаимодействие кислот с солями. Кислота плюс соль, мы получаем другую соль и другую кислоту. Каковы условия протекания данной реакции обмена? Вещества выбираем так, чтобы в результате получились нерастворимая кислота, неустойчивая кислота или нерастворимая соль в результате данных реакций.
В результате реакции образуется нерастворимая кислота. Первый вариант. Гели представляют собой псевдотвердые, студенистые дисперсные системы с жидкой дисперсионной средой и твердой дисперсной фазой. Получим гель кремниевой кислоты. К раствору силиката натрия добавим 2-3 капли лакмуса. Синий цвет указывает на щелочную реакцию среды. Образование геля кремниевой кислоты требует создания в системе нейтральной среды. Поэтому при постоянном перемешивании добавляем к раствору силиката натрия соляную кислоту. Образовался гель кремниевой кислоты. Составим уравнение реакции взаимодействия соляной кислоты с силикатом натрия. H-хлор плюс натрий-2-силициум-4 мы получим натрий-хлор плюс H2-силициум-O4, нерастворимая кремниевая кислота. Второй вариант, когда в результате реакции образуется неустойчивая кислота. Внимание на экран. Проведем реакцию ионного обмена карбоната натрия с соляной кислотой. Часто реакции ионного обмена с участием карбонатов происходят с выделением газа и поэтому необратимы. Возьмем раствор карбоната натрия и сухой карбонат натрия. Добавим раствор соляной кислоты. В обоих стаканах бурно выделяется углекислый газ. Происходит необратимая реакция ионного обмена. Реакции ионного обмена необратимы тогда, когда в результате выделяется газ или выпадает осадок. Составим уравнение данной химической реакции. H-хлор плюс натрий-2-СО3 мы получаем натрий-хлор и неустойчивую угольную кислоту H2-СО3, которая тут же разлагается на углекислый газ и воду. Рассмотрим с вами третий случай, когда в результате реакции образуется нерастворимая соль. Внимание на экран. Соляная кислота – это раствор хлороводорода в воде. Это сильная кислота с типичными для кислот свойствами. Проведем качественную реакцию на хлор-ион. Реакцию с нитратом серебра. Образуется нерастворимая соль, хлорид серебра. Составим уравнение реакции взаимодействия соляной кислоты с нитратом серебра. H-хлор плюс аргентум NO3. Мы получаем аргентум хлор, белый осадок, плюс HNO3. В качестве закрепления данного материала, пожалуйста, закончите уравнение химических реакций, которые представлены на экране. Проверьте себя. Если вас заинтересовала данная тема, предлагаем вам выполнить следующее упражнение. Составьте уравнение химических реакций серной кислоты, используя генетическую схему. То есть 4 уравнения необходимо вам составить: взаимодействие кислоты с основанием, растворимым и нерастворимым, с основным оксидом, с металлом, с солью. Благодарю вас за внимание.